Да срач там будет, так в комментариях. Тоже паркуясь на газоне. Нет, конечно, неправильно. Значит, надо их наказать. Бери арматуру, иди наказывай. А что будет, вот смотри, получается, если сейчас вот типы вот эти, которые вот, ну, чьи машины стоят, да, пострадавшие. Ага. Прикинь, ты поставил машину, пошел дома, блядь. Ну ебашь. Смотрю, а, выпил, короче. Ну и пьяный выходишь, короче, оттуда, да, из квартиры, и тут эти приезжают товарищи. Ну и что? Ты что, за рулем был? Ну да, очевидцев вообще полно, ты, кстати, докажешь, что где все вот на моих глазах было. Ну, справку даже покажешь, лишь написано, что я не был за рулем. Да, да, может приблизить. Все, называй. Вот, вот я даже приблизить не могу, смотри. Ну, плохо видно. И номер не разглядишь, короче, на кусочке машины. Ну, мы не будем говорить, что приехали уже ставить. Сколько поездники походили обычно? Ну да, там написано. Они вот ехали просто. Какие поездники? Да поезд у них написано. Дизайн. Ты на балконе снег, где атмосфера? Да. Кусты посчитаете, оно, наверное. Да и видно, вот смотри. След. Не знаю, да? Вон видно след. Вон оттуда заворачиваем на дороге. Вот так вот там. Кусты. Мазды, по-моему, сказали, это прям. А хозяин, салат, почему-то у Мазды, знаешь что, у Мазды поломались колеса. Ну, она боком его. Повырвало. Да он его тащил боком, вот, он стоял, а в колее. Салон по бордюрам скакал, что-то у него даже колеса не. Да это поперечный, да, удар был у нее, у Мазды, считай. Да хватит. Боковой. Ну. Да хватит, ну что-то на этот бордюр скачать. Ну да, скорость, тем более тут вон его нет бордюра, нифига. Кусты еще. Поддон чистый. А? Это поддон чистый, да, теперь? Поддон вообще как нульцы. Она еще чуть не загорела, дымится начала. Мужики ее оттаскивают, короче. Эти Тойоты. А он этого, а этого типа нет, наверное, да? Он в машине стоит. Стыдно ему. А это хозяин ему, кстати, этот паспорт показал. Право не показал. Ну а что он будет показывать? У меня есть машина, ну что? Выбирать, показывать или не показывать, лишат все. Чего его лишат? Он не был, не за рулем, он пришел, сказал. Смотри, что он скажет. Я слышал, что он сказал. Ну да, как они там. А у этого нет прав. А, да, 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 тетка стояла на него. Че ты о чем думал? Так права есть, да, сюда. А он такой, нет. А, нет, тот хозяин что-то. Если они сейчас пиздеть могут все что угодно. По факту, да, если права есть, лишат нам. А смотри, что скажет, лишат обоих или нет. Тут либо типу въебываться как следует, либо типа выставлять с вами. Да он вообще, он просто такой, точно сильно пьян был. Очень-очень. Вообще, да, ну зачем такой длинный ролик снимаю? 3 минуты, половина, хватит.